В Калининграде высадили деревья на аллее памяти, заложенной еще в прошлом году. Теперь на территории школы номер 56, вдобавок к рябинам и кленам, будут красоваться молодые березы, грабы и дубы. В посадке приняли участие ветераны, совет отцов школы и ученики, а также депутат областной думы Олег Болычев. Расти дерево! После таких напутствий не остается никаких сомнений. Эти деревья будут радовать не одно поколение калининградцев, говорят участники акции. По словам депутата Калининградской областной думы Олега Болычева, в чьем округе как раз и находится 56-я школа, такая аллея – лучший подарок для потомков. Она позволит сохранить память о подвиге русского народа. Я закончил школу в 79-м году, но у меня в памяти те деревья, которые мы тогда сажали, и которые я сейчас уже взрослым, не юным, приезжаю и смотрю те березки, дубы, значит, ивы, которые мы сажали. И эта ностальгия останется и у детей навсегда. Вот мы сделали работу, дети дальше ее доделают. Это с ними останется навсегда, на всю жизнь. К акции также присоединились вице-премьер правительства Алексей Силанов и председатель Калининградской областной думы Марина Аргеева. Слова благодарности в этот день звучали и в адрес ассоциации школ Московского района. Именно она выиграла конкурс на реализацию социального проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», в рамках которого на территории 56-й школы и появилась аллея памяти.